Ну, я очень недовольна тем, что отменили 41-й маршрут, потому что это был единственный способ добраться мне из Сормова, из дома на учебу, на Площади Свободы. Теперь я вынуждена делать пересадку и платить дополнительные деньги. Свое негодование нижегородцы высказали также и в социальных сетях. Шикарный подарок получили нижегородцы, пользующиеся общественным транспортом 3 сентября. Отменены несколько маршруток, например, маршрут 41. Это один из популярных маршрутов довоза до Московского вокзала. Таким образом, из Печор на Варварскую по короткому пути можно попасть только на 61-м автобусе, который существует только в воображении городских властей. Основная причина, по которой отменили маршруты из Верхних Печор до окраин Сормовского района, закончился договор на перевозку пассажиров. Также у нижегородской администрации были нарекания к техническому состоянию подвижного состава. В единой диспетчерской службе города из точки А в точку Б посоветовали добираться другими маршрутами. Так, от Верхних Печор муниципальный 45-й, маршрутное такси 78-е. До Гаугеля. Однако ни тот, ни другой не соединяют на своем пути Площадь Свободы и Площадь Мина и Пожарского, как это делал 41-й маршрут. Что касается Т-25, то ее заменили социальным автобусом номер 15. Он курсирует от Петряевки до Щербинок с интервалом в часы пик 10-12 минут. А вот беспересадочной альтернативе 42-й маршрутке, которая ходила от памятника катеру Герой до улицы Мочегорской, не нашлось. От речного вокзала идет маршрутное такси номер 40. Пересадка метро «Парк культуры». И там автобусы 68-й, 32-й. Ближайшие общественные слушания, на которых нижегородцы смогут высказать свои претензии и пожелания по внедренным транспортным изменениям, намечены на сентябрь. А пока что придется корректировать свои перемещения по городу с учетом отмененных маршрутов.